День молодежи в рамках фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске 2015 собрал на своих площадках рекордное количество молодежных субкультур. А самые активные и креативные начали презентовать свое любимое хобби уже на пресс-конференции. Мероприятия на улицах города начались арт-парадом «Беларусь в моем сердце». Шествие, ставшее традиционным, каждый раз поражает новыми персонажами, необычными спортивными снарядами, яркими танцами. Каждый год появляется что-то новое. В этом году впервые будут представлены на площадках Славянского базара молодежное подворье. Это дегустация различных блюд, это презентация культур. То есть приехали семьи из различных регионов, участники нашего проекта «Властелин села». Одновременно с этим стартует еще один фестиваль, фестиваль юмора, «Калейдоскоп юмора». То есть мы и это направление сегодня покажем молодежи. Фестиваль молодежных субкультур, интерактивная экспозиция «Молодежное подворье», эстафета «Калейдоскоп юмора», музыкальная битва диджеев «Беларусь и я». Одно из главных событий этого дня – финал республиканского фестиваля «Огонь танца». Открывала эту череду ярких и интересных мероприятий патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся», в которой приняли участие все гости Дня молодежи. Спасибо героям за 70 мирных лет. Таков был ее лейтмотив. Очень бы хотелось, чтобы вот этот День молодежи остался надолго, чтобы он запомнился, потому что это год молодежи, объявленный указом главы государства. И, конечно, хочется, чтобы для молодежи вот эти площадки, которые им предоставляются, стали стартом в хорошее будущее, чтобы благодаря вот тому, что они выступили здесь, на этой площадке, на площадке Славянского базара, у них действительно дальше все получалось, и они смогли представлять нашу страну, в том числе и на международном уровне. В этом году на мероприятиях Дня молодежи в рамках 24-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске побывало несколько десятков тысяч зрителей. Участие в нем приняли более 1500 молодых людей из всех регионов страны. Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Их творческий тандем длится более 60 лет. За это время в соавторстве написано множество хитов. Потому их творческий вечер на фестивале «Славянский базар» в Витебске 2015 назывался символично «Нам не жить друг без друга». Абсолютно без пафоса, но скажу пафосно, это наша жизнь. Каждая песня, которую написана Александрой Николаевной и Николаем Николаевичем, это наша жизнь. Я вспоминаю молодость, я вспоминаю БАМ, я вспоминаю полет Гагарина, я вспоминаю все то, чем мы гордились в детстве и что несем с гордостью сейчас. Я желаю ей крепкого здоровья. Какие песни она сейчас пишет? Просто они не так звучат, но они будут востребованы еще через какое-то время долго-долго-долго. Это кладезь таланта, это кладезь нашей жизни, это мудрейшие люди, исполины. Лев Лещенко, Тамара Гверцетели, Анатолий Ермоленко, государственный ансамбль «Песняры», Петр Елфимов, Тео, исполнители разных поколений и стран ближнего и дальнего зарубежья. Все признавались в любви к неповторимой поэзии, гармоничным мелодиям и потрясающей энергетике песен Пахмутовой и Добронравова. Исполнять эти произведения – высокая честь для любого артиста. Я все-таки себя считаю человеком, родившимся в СССР. Я все равно человек того поколения, несмотря на возраст. И многие песни, на которых воспитывались, может быть, мои родители, я в том числе. И песни Александры Николаевны, которые звучали и до сих пор звучат, это говорит о многом, о том, что эти песни любимы, они были любимы тогда, и я думаю, что они через поколение будут любимы, потому что есть великолепная поэзия, великолепные мелодии, они ложатся не просто на слух, они ложатся на душу. И для меня огромная честь вот непосредственно в этом концерте исполнять такое произведение, как «Молоды мы были». Знаете, когда нет оркестра, ну вот ездим по России, нет оркестра, я сажусь за фортепиано и пою нежность. И, ну, просто, как, это, знаете, как жизнь, как человек будет всегда рад солнцу. Мы же каждый день, нас радует солнце, когда светит. И вот так же эти песни.
сколько раз они бы не прозвучали, никто к ним привыкнуть не может и не может утерять вот этот восторг, который они вызывают. Сегодня читается в каждом человеке, тем более мы при дневном свете выступаем, каждое лицо видим и думаю, какие же радостные люди, какая прелесть, что такая радость. Народная артистка СССР, герой социалистического труда, дважды лауреат Государственной премии СССР Александра Пахмутова неоднократно принимала участие в Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. В 2008 году она была удостоена специальной премии президента Республики Беларусь и именной звезды на Аллее звезд в Витебске. День союзного государства – традиционное мероприятие в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Ключевым событием этого дня стала пресс-конференция государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты. Союзное государство – это успешный проект, опыт которого мог бы пригодиться другим интеграционным объединениям, считает политик. Немало проектов в рамках союзного государства уже доказали свою целесообразность и теперь могут быть отправной точкой распространения положительного опыта. Ликвидация пограничного контроля и таможенного контроля на границах, оно, конечно, такое было революционным таким решением. И всем было интересно посмотреть, что же из этого получится. Но уже время прошло, все видят, что кроме хорошего ничего нет. Поэтому этот опыт можно смело распространять на другие государства, которые объединены некими вот такими же обязательствами. Я привел только один пример, а есть более, может быть, мелкие, но не менее важные проекты. Это взаимодействие вооруженных сил, так? Это и взаимодействие пограничников. У нас есть совместная, единая коллегия пограничных служб, таможенных служб, гидрометслужб. Это уже коллеги, которые в определенной степени могут претендовать на какие-то наднациональные, так сказать, вот, функции. На пресс-конференции шла речь о политическом и экономическом взаимодействии Беларуси и России. Но особое место в диалоге было отведено гуманитарным программам и проектам союзного государства. Огромное количество из них направлено на техническое, творческое, патриотическое воспитание подрастающего поколения двух стран. Одной из опорных точек развития творчества молодежи становится Витебск, а центром научно-технического творчества – Санкт-Петербург. Есть тема патриотического воспитания и подготовка будущих офицеров, да, это кадетские школы. Сейчас у нас суворовские училища, вот каждый год они собираются на лагерях, на смену. В этом году это будет, по-моему, в Анапе, если мне не изменяет память. В следующем году я не знаю, там это все будет зависеть от технических таких особенностей. Вот. Поэтому у нас создаются такие центры кристаллизации взаимодействия главным образом молодежи, детей, развития и творчества. В рамках Дня союзного государства традиционно проводится много мероприятий, которые помогают решать вопросы, выходящие за рамки культурной программы. Бизнесмены Словакии, Латвии, Литвы, Белоруссии и России встретились на контактно-кооперационной бирже, чтобы познакомиться, пообщаться и подписать договоры о сотрудничестве. Мероприятие прошло в рамках Международного белорусско-словацкого форума «Инновации. Путь к успешной интеграции». Кроме деловых контактов, здесь можно было найти информацию, которая поможет грамотному ведению и активному развитию бизнеса. По итогам проведения данного мероприятия, я уверен, многие предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса найдут для себя информацию о том, как развивать свой бизнес, по каким направлениям необходимо идти, где можно получить, через какие госпрограммы финансовую поддержку. Это может быть и по линии центров занятости на открытие собственного дела. Это может быть и по линии комитетов, комитет по труду, по линии местных органов власти, это под создание новых рабочих мест. Также господдержка через наш фонд, это уже для состоявшихся субъектов малого предпринимательства, которые уже, ну, скажем так, обросли некоторыми активами и хотят дальше расширять свое производство. На контактно-кооперационной бирже провели переговоры представители бизнеса в отраслях строительства, машиностроения, лесозаготовки, деревообработки, коммунального хозяйства, энергетики. Широко был представлен туристический бизнес.
Конференция «Международное сотрудничество в сфере туризма» прошла в рамках Белорусско-Словацкого бизнес-форума «Инновации. Путь к успешной интеграции». В Витебске встретились представители турфирм Беларуси и Словакии, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом обеих стран и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества. Из года в год повышается интерес у белорусских туристов к Словакии. В прошлом году, в 2014-м, выросло число белорусских туристов на почти 40%. Есть очень большой интерес к горной лыжке, к экскурсионкам, к лечебным курортам. Со мной тоже приехали представители некоторых из словацких курортов, есть туроператоры. Беларуси есть что показать иностранным туристам, уверены словацкие гости. В этом их убедили презентации белорусских турфирм. Привлекательны для туристического бизнеса музеи великих художников, творивших в Витебске, Марка Шагала и Ильи Репина. Наиболее перспективным направлением названа санаторно-курортная деятельность. Можно посмотреть ваши санатории, можно сделать акцент на сотрудничество между нашими лечебными курортами, санаториями и вашими. Может быть, сделать встречу врачей, которые могут рассказать друг другу, что они могут предложить клиенту, показать вашу прекрасную природу, в том мы заедино, любим природу, вот охраняем, защищаем нашу природу, и сделать какой-то очень интересный продукт. Если речь идет о Витебске, вам достаточно двух музеев для Европы. Это Шагала и Репин. Словацкое подворье, которое развернулось в эти дни в нашем городе, знакомит гостей фестиваля с блюдами национальной кухни. Настоящий гастрономический праздник рады предложить посетителям словацкие повара. Словацкая кухня основана на традициях славянских народов, придунайских равнин. И перекликается она с кухнями Венгрии и Германии. Визитной карточкой словацкой кухни являются супы. Это гуляш, овощные супы, грибные супы, картофельные супы, сырные супы. Мы сегодня предлагаем вам разнообразное меню словацкой кухни. Капустницу, гуляш. Все это вы можете у нас попробовать. Приглашаем жителей нашего города и гостей посетить наше словацкое подворье, расположенное в городе Витебске на улице Крылова, 8. Будем рады вас видеть. Личный состав Управления внутренних дел в дни фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске полностью обеспечит общественный порядок и дорожную безопасность. Для этого витебская милиция будет переведена на усиленный вариант несения службы. Будет сформирован сводный отряд, в котором наряду с витебскими милиционерами будут нести службу работники других территориальных подразделений органов внутренних дел. Предоставит свою помощь и Управление внутренних дел всех областей нашей страны. Новшеством этого года станет использование передвижного видеокомплекса, который сотрудникам витебской милиции предоставят на время проведения фестиваля коллеги из Минской области. Это своего рода, я говорил, что это своего рода видеофиксация, это доказательная база. Если совершилось какое-то правонарушение или преступление, то это можно использовать как доказательную базу. С другой стороны, это сдерживающий фактор, когда граждане знают, что ведется наблюдение, в тех местах, как правило, и правонарушения, и преступления совершаются. Это просто опция, дополнительный ресурс, который нам позволит более качественно выполнять наши функции по охране общественного порядка. Традиционно в местах проведения мероприятий будет организован личный досмотр граждан. Начинать работу досмотровые зоны будут за 2 часа до концерта, чтобы все зрители смогли успеть пройти пункт пропуска и занять свои места в зале. Особое внимание начальник управления внутренних дел обратил на то, что правила нахождения несовершеннолетних на улицах города в дни Славянского базара не изменятся. Милиция, конечно же, будет реагировать, если несовершеннолетние будут находиться без сопровождения родителей после 23 часов вечера и до 6 утра. Поэтому хотел бы предупредить родителей, чтобы не было каких-то эксцессов и прочих вещей, несовершеннолетние были в сопровождении старших, взрослых. Если же будет другая ситуация, то сотрудники милиции будут вынуждены реагировать и принимать меры административного воздействия в отношении родителей. Благодаря тщательно организованной системе безопасности, за последние 10 лет во время проведения фестиваля «Славянский базар» в Витебске серьезных чрезвычайных происшествий допущено не было.
Лабораторные исследования – это важная составляющая современной медицины, необходимая для оперативной диагностики различных заболеваний. Теперь в Витебске появилась возможность сдать анализы быстро, комфортно и получить наиболее полную информацию для постановки верного диагноза и эффективного лечения. Для этого нужно обратиться в медицинскую лабораторию «Синева». «Синева» – это крупнейшая сеть медицинских лабораторных центров, расположенных на территории Республики Беларусь. Медицинская лаборатория «Синева» входит в состав европейского медицинского холдинга «Медикавр». В Витебской области на данный момент осуществляет свою деятельность два пункта по забору биологического материала, один из которых расположен в городе Витебске по улице Воинов-интернационалистов 1Д, второй в городе Новополоцке по улице Олимпийская 2. В ближайшее время планируется открытие второго пункта в городе Витебске по улице Суворова 25. Создавая максимальный комфорт для своих пациентов и обеспечивая качественную лабораторно-диагностическую помощь, специалисты «Синева» предлагают воспользоваться широким спектром услуг. На пунктах производится забор биологического материала для широкого спектра исследований. Это биохимические показатели крови, гормоны щитовидной железы, половые гормоны, онкологическая панель, диагностика аллергии, диагностика аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, ПЦР-диагностика паразитарных и инфекционных инфекций, микробиологические, микроскопические, изосерологические исследования, также генетические исследования, исследования ТОРЧ-инфекций. Налаженная система внутреннего контроля качества позволяет на высоком уровне производить весь необходимый перечень анализов. Все лабораторные исследования проводятся по передовым технологиям на современном западноевропейском оборудовании, производителями которого являются такие страны, как Швейцария, Германия, Франция. Услугами лаборатории можно воспользоваться анонимно, предъявление паспорта не требуется. Клиентами нашей лаборатории являются как взрослые люди, так и дети в возрасте от 1 года. В «Синева» вас встретит высококвалифицированный и внимательный персонал. О готовности результатов вам сообщат с помощью СМС-сообщений либо отправят на ваш электронный или почтовый адрес. В период Славянского базара лаборатория «Синева» – постоянный участник выставки-ярмарки «Малый бизнес» в фестивальном Витебске, организатором которой является коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга». Пользуясь услугами лаборатории «Синева», вы можете быть уверены в оперативности и максимальной достоверности проводимых исследований. Помните, лабораторные анализы – это то, без чего нельзя диагностировать заболевание и в конечном итоге назначить правильное лечение. Лаборатория «Синева» заботится о вашем здоровье. Витебск во время Славянского базара превращается в настоящий вернисаж товаров и услуг, где порой так трудно определиться, на чем остановить свой взгляд или сделать выбор, чтобы приобретенная покупка оставила приятное впечатление от города над Двиной. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» уже 10-й год участвует в праздничной торговле на улицах и площадях фестивального Витебска, радуя гостей и жителей города своей фирменной продукцией. Традиции качества этого предприятия проверены временем, а широкий ассортимент удовлетворит самый изысканный вкус. Одеяло, подушки, постельное белье, полотенца и многие другие товары, производимые открытым акционерным обществом «Витрайбыт», изготовлены с особой любовью и старанием работников предприятия. Многие горожане и гости Витебска уже по достоинству оценили продукцию из натуральных тканей, которые не деформируются и сохраняют приятный цвет после многократных стирок. А возможность заказать наволочку под одеяльник или полный комплект постельного белья нестандартного размера из приглянувшейся ткани делает услуги «Витрайбыта» еще более востребованными. Открытое акционерное общество «Витрайбыт» 10-й год принимает участие в ярмарочной торговле в рамках фестиваля «Славянский базар». Мы рады приветствовать гостей фестиваля и жителей города и приглашаем в наши фирменные павильоны за покупками. Приходите, покупайте, радуйте себя и своих близких. На Славянском базаре в Витебске. Сложилась целая жизнь.
настоящая легенда русской рок-музыки. Би-2 с программой 16+. 15 июля, 21:00. Летний амфитеатр. Билеты в кассах Витебска на Ticket.pro и Квитки.бай.